Всем привет! Сегодня вот с экстремальных условий тут снимаем. В общем, двигатель ОМ-364 Mercedes 609. Такая вот тема. Зависли, заклинили толкатели. Причем все непонятно из-за чего. Кто знает, отпишитесь, может быть, в комментариях, кто в курсе, почему такое происходит. Что хотел показать-то? Какой мы выход нашли. Так, сейчас покажу. Берем метчик. Так, первый номер. Вот он. М22, шаг полтора. Первым сначала. Вторым. Вот такую штучку нужно сделать. Вот. На нее такой вот переходник. Первый сначала выдавливаем. И второй. Так. Падает туда, блядь.